На летай-торопись в Темиртау установили 2 кондомата, аппараты по выдаче презервативов. Зачем и кому в городе металлургов раздают резиновые изделия в нашем следующем сюжете. Это первый в области общественный кондомат. Его установили в общежитии Политехнического колледжа Темиртау. Поводом стала неутешительная статистика заболеваемости ВИЧ. В 2014 году из 322 зарегистрированных в области случаев заражения инфекцией половина приходится на Темиртау. Из них 35% зараженных – молодежь. Студент Политехнического колледжа Дмитрий Францев – первый, кто решил воспользоваться услугами нового кондомата. По мнению студента, решение установить аппарат по выдаче контрацептивов именно в общежитии – хорошая инициатива. Аппарат установлен в общежитии, и по-любому будут студенты пользоваться. Все. Устраивает молодых людей и цена. Стоимость одной упаковки – 200 тенге за 3 презерватива. По словам руководства областного спеццентра, установка кондомата не носит коммерческий характер. У организаторов только одна цель – снижение числа жертв незащищенных половых связей. В этих кондоматах стоят качественные презервативы, но, соответственно, значит, по самой низкой стоимости, практически по себестоимости. Эти деньги в последующем будут приобретаться на эти же деньги, это презервативы. То же самое средства защиты на них. То есть она никакой роли для развития коммерческих целей, никакой роли здесь не играет. Только профилактические цели. Стоимость одного такого кондомата варьируется от 35 до 80 тысяч тенге. По словам руководства областного спеццентра, уже на днях такой аппарат будет установлен в одном из ночных клубов Темиртау, а до конца года их планируют установить в каждом увеселительном заведении и учебном учреждении области. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Владимир Иванюк, 5 канал.